боксах. И Данстар скачки, как из пушки принимает Парвиз Карамат. И ее захватывает сразу же Аджмаль. Аджмаль повел. Парвиз Карамат тут же вторым. И броском. На первое место выходит Гайархан Шах. Лидирует Гайархан Шах. Аджмаль вторым. Парвиз Карамат на третьем месте. Далее Дамбай Дак. Арадеш Дак. И замыкает Алмаз Хан Талги. Половина дистанции пройдена, и лошади выходят на финишную прямую. 500 метров пройдены за 37,1 секунды. По бровке впереди Аджмаль. На втором месте держится Гайархан Шах. Третьим Дамбайдак. Впереди Аджмаль. Аджмаль отрывается от Гайархан Шаха. И приближается к своей первой в карьере победе. Номер 4 Аджмаль выигрывает скачку. Гайархан Шах финиширует вторым. Парвиз Карамат третий.